прямо отсюда вот встать, чтобы тебе эти железки не мешали. Понятно, когда она появилась. Это крупное имя сегодня. Вот она мне снесла в прошлом году 2260. Капец, тросите рот. Да, это ты, те же самые роды. Я его уже вижу. Я тоже. Я тихо, тихо, тихо. Ай, блин, лопнет. Очень большой. Очень большой. Вот сейчас, в этот момент, можно забрать. Я никак не помню. Нет! Смотри. Капец. Молодчина, девочка. Какая умничка. Рекомендуется, рекомендуется сразу не забирать, дать им его, ну, как бы. Они не убивают? Нет, нет, нет. Не будь нежно к нему писать. Ушей. Она, смотри, его мой, шей. Мой, мой, говорит, лялечка моя. И все сразу подходят смотреть, даже самец. Да. Нет, яйца нет. Они очень нежные. Ты видишь, как она. Они смотрят. А птенцов убивают чужих. Чужих, да. Да, и поэтому, когда я выводил, троих у меня убили. Потому что я вывел. Не они сидели. Понимаешь, материнского инстинкта. Вот сейчас у нее материнский инстинкт. Вот это, вот это. Вот. Не рекомендуется сразу забирать, почему? Чтобы у нее это было. Да, вы удачно, но такое редко бывает. А вообще, да, обалдеть. Просто мы с положительной энергией. Молодцы. Мы такие. Есть другие самки подошли, тоже интересуются. Как в этом зоологическом каком-то этом побывало. Я под такими, я вот знала, что я приеду под супер впечатлениями просто. Ну, некрасивая. Вот ему все расставить. Вот, а когда я выводил первого, ты представляешь, ведь 45 суток, долго. Каждое яйцо мне под номером, все, я знаю, когда я его положил, когда я должен вывести, жду, значит, жду. И вот последние 6 суток оно начинает кататься, шевелиться, наблюдаешь. Но я уже все прочитал про него, я знал, что последние 6 часов оно затихнет. И вдруг я подхожу, он тихо лежит. Я, значит, включил свет, там лампочка такая, смотрю, смотрю, почти часа 4 я сидел, не выходил. Меня звали там, мама приехала, говорит, Валя, как просит, я говорю, я хочу его увидеть, мама. И вот, представляешь?